Xbox One S вышла в 2016 году, практически уже 8 лет назад. И это была не просто уменьшенная копия обычного Xbox One. С самого начала эту приставку можно было купить сразу же на 2 терабайта, и только потом уже вышли версии на 512 и на 1 терабайт. И в принципе эта консоль была не просто вот такая маленькая, аккуратненькая и с большим объемом памяти. Это была действительно улучшенная версия, которая прятала в себя блок питания, по сравнению с Xbox One, у которого блок питания просто торчал наружу, как на ноутбуке. Плюс она была чуть-чуть помощнее, что, как заявляли маркетологи, позволяло ей запускать игры с поддержкой HDR, а также возможность смотреть фильмы и видео в 4К разрешении. И это, конечно, чистая правда. Помимо размеров памяти и улучшенного железа, в приставке был и улучшен, на мой взгляд, дизайн. Посмотрите, какая она прекрасная. Аккуратные, четкие линии, ничего лишнего, белый, черный цвет. Выглядит просто великолепно. Консоль очень стильная, даже по нынешним меркам. И если даже сравнивать ее, например, с PlayStation 5, на мой взгляд, выглядит она намного круче. И в интерьер вписывается просто идеально. Этот ролик вышел благодаря поддержке сервиса Game Propaganda. Оформить подписку и купить любую игру на PlayStation или Xbox станет намного проще, если делать покупки через сервис Game Propaganda. Никаких оплат на карточку, они работают через официальную онлайн-оплату на юрлицо. Вы получаете гарантию на каждый товар на всю жизнь. Гарантия, что ваш аккаунт будет только ваш. За плечами больше 7000 клиентов и более 1000 публичных отзывов. Самая искренняя служба поддержки. Очень удобный каталог, ведь ему просто нет равных на рынке. Живое общение с менеджером, который ответит на все ваши вопросы. Переходите по ссылкам в описании и покупайте подписки и игры по самым выгодным ценам у самого проверенного продавца. Да, дизайн дизайном, но за что вообще берут игровые приставки? Конечно же, из-за игр. И тут меня консоль, я вам скажу честно, удивило. Если честно, у меня не было никогда Xbox One, и я был Sony боем до мозга костей. И вообще считал, точнее не понимал, зачем эта консоль в принципе есть, когда есть PlayStation. Но купив себе Xbox One S, немножечко поменял свое мнение. Потому что меня она крайне удивила. Во-первых, игры. Игр здесь просто неимоверное какое-то количество. С учетом того, что еще есть подписка, и если у вас никогда не было приставки, то это просто кажется каким-то супер предложением на рынке. За недорого вы получаете игровую станцию с кучей-кучей игр. Помимо игр прошлого поколения, ну, я имею в виду те игры, которые выходили когда-то давным-давно, на приставку продолжают выходить современные игры. Far Cry 6, Lies of P, Forza Motorsport 5, Metro Exodus. Что там у нас еще? Atomic Heart, Cyberpunk. Все это работает и работает очень хорошо на этой игровой приставке. Diablo 4. Больше всего меня удивило Diablo 4, что она вообще здесь работает. Да, местами видно, что FPS немножечко проседает и персонаж медленнее бежит. Но оно работает. Ты можешь завалиться на диванчик вечером, почилить в Diablo, и тебе не нужно там покупать современную приставку или супердорогой комп для того, чтобы это сделать. И все это еще есть в подписке. Вау! На самом деле, конечно, не все так радужно. Игры выглядят, ну, мягко скажем, средненько, особенно если сравнивать там с современными консолями, даже с тем же Xbox Series S. Игры здесь выглядят с лесенками, с какими-то замыленностями, в общем, есть нюанс. Но если вы игрок, так скажем, не самый придирчивый, то здесь вас ожидает просто огромнейшее количество разных хитов прошлого поколения, такие как Fable, Gears of War, Halo, это что касается эксклюзивов вообще Microsoft, и разная другая классика. И плюс еще выходят новинки, тот же Lies of P, пожалуйста, можно поиграть, пожалуйста, можно поиграть в Diablo 4, ну, действительно, это классно. Если у вас есть эта приставка, то как будто бы нет смысла, ну, есть, конечно, смысл обновляться на новую консоль, но, в принципе, можно остаться и на прошлом поколении. Это самое удивительное, потому что, вспоминая выход PS4, там Xbox One, я четко понимал, что прошлое поколение, ну, уже, получается, позапрошлое поколение консолей уже точно вымерло, уже смысла на них играть нет, был новый уровень графики, новое качество игр и так далее. Здесь же получается, что старые консольки до сих пор что-то могут, что-то тащат. Круто, респект.
Помимо, конечно же, платных игр и игр в подписках, на консоли есть и условно-бесплатные игры. Это и Fortnite, и Rocket League, это какой-то там World of Tanks, например. Игр тоже мерено-немерено, и даже если вам не нужны все эти фишки, новые игры и так далее, а вы просто любите вечерком почилить в Fortnite, то эта консоль тоже идеальный вариант для таких посиделок. Она маленькая, красивая, стоит на вторичке дешево, дешевле, по крайней мере, чем PS4, и позволяет вам играть в любимые игры, не тратясь там на какой-то крутой комп или новую современную приставку. Также к ней вы можете подключить клавиатуру, мышку и пользоваться этим устройством, по сути, как таким компьютером. То есть это не только игровая приставка, это еще инструмент для работы. Причем для работы какого-нибудь фрилансера, что-нибудь нарисовать там в Фигме быстренько сделать, может быть, что-то в табличках там в Google Docs полистать, попроверять, поисправлять и так далее и тому подобное. Я, конечно, не знаю, кому это пригодится, но, возможно, кто-то тоже сможет это использовать. Но вам, опять же, не нужно собирать для этого комп. Вот маленькая эта штука за, блин, 10-12 тысяч рублей на Авито, пожалуйста. Некоторые игры, кстати, тоже поддерживают клаву-мышь. И можете, в принципе, на моем канале посмотреть. Я тестировал клаву-мышку на Xbox Series S. Сейчас появится ссылочка на это видео. Можете там посмотреть. Работает точно так же, один в один, без каких-либо проблем. Что меня еще удивило, что Microsoft обновляет дашборд до последней версии и на консолях прошлого поколения. Возьмите PlayStation 4, там старый, допотопный дашборд, некрасивый уже, устаревший намного. Очень, он, в принципе, вышел уже, был устаревший и не самый удобный. А теперь-то он, ну, по сравнению с тем же Xbox, ну, кажется вообще каким-то древним, дремучим лесом. А Microsoft, они же, наоборот, поддерживают свой продукт, пусть он и старый. Пожалуйста, люди, вы купили себе когда-то давным-давно Xbox, а мы продолжаем его поддерживать. Наслаждайтесь новым. И дашборд действительно очень удобный, приятный, интуитивно понятный, что самое главное. И, если честно, мне он нравится намного больше, чем дашборд у PS5. Что меня еще очень поразило в Xbox One, это шум, а точнее его отсутствие. Я помню, как моя PlayStation 4 просто взлетала в небеса после запуска любой абсолютной игры, а если это была какая-нибудь игра от Naughty Dog, типа Uncharted и The Last of Us, то это вообще пиши пропало, потому что, блин, гудело так, что сейчас куда-то улетит, казалось бы. Но при этом Xbox я включаю, и он вообще не шумит. Да, он уже старенький, да, там нужно обслужить вентилятор, сам кулер чуть-чуть там видно, что подшипник шумит, но это шум именно подшипника, нету шума вот этого воздуха, нет шума турбины. Консоль не греется, не шумит, тепленькая, главное не ставить ее в узкие какие-то места, на полочке, стоит в открытом месте, на открытом пространстве и горе не знает, не греется, не тормозит. И все в порядке. Ну и самое-самое главное, то, чего есть в Xbox One S и то, чего нет на Xbox Series S, это дисковод. И в какой-то степени это на самом деле большущий плюс, потому что вы можете покупать по дешевке игры где-нибудь на вторичке, проходить их, не знаю, собирать коллекцию или нет, это уже вам решать, ну, можете обмениваться и так далее. То есть вам, по идее, даже подписку не надо покупать, чтобы играть в игры. И, если честно, мне понравилось играть на этом Xbox. Он красивый, аккуратный, хорошо смотрится, приятный геймпад. Ну, в принципе, я уже привык, хотя, конечно, вы знаете, что я не очень люблю геймпады от Microsoft, от Xbox, потому что они для моих длиннющих пальцев не самые удобные. Но жить можно, играть можно, и эта консоль за свои деньги, наверное, справляется с этой задачей просто великолепно, и нет ничего на рынке похожего за эти же деньги. Понятно, не новое, на вторичке, которая может вам дать возможность поиграть в Lies of P, или в Diablo 4, или в Far Cry 6, или в RDR 2. За все придется платить большущие деньги на компе, чтобы запустить R2D2. На компе, чтобы запустить RDR 2, нужно собирать комп хотя бы там 1050-60. Тут налицо экономия. В этом плане Xbox One S это, наверное, идеальная консоль, первая консоль для кого-то, или идеальная консоль в подарок ребенку, если вы не уверены, что он будет играть, или вы если берете себе и не уверены, что вам вообще игровая консоль зайдет, то, наверное, это прекраснейший вариант. Купили,
Поиграли, не понравилось, за те же деньги продали. Понравилось, оставили или продали, купили себе консоль получше. В принципе, годный вариант такой для проверочки. Но, конечно, куда же без минусов. Минусы тоже есть, и о них вы должны знать, потому что консоль идет с жестким диском, это не SSD. Работает он медленнее, он еще немножечко шумит, кряхтит, трещит. И, в принципе, так как консоли уже старые, то и жесткие диски там уже с достаточно таким серьезным ресурсом. Поэтому, скорее всего, она даже будет работать чуть медленнее, чем работала там 8 лет назад. К этому тоже надо быть готовым. В принципе, можно поменять жесткий диск на SSD и на сайте Microsoft. Там даже консультанты Microsoft говорят, как это сделать. Это несложно. Можно скачать прямо-таки на сайте, вы качаете операционную систему этого Xbox и закачиваете через флешку на новый SSD. Работает быстрее. В интернете видел, сам не пробовал, потому что если докупить к Xbox, который я купил за 13 тысяч рублей, еще за 5 тысяч SSD-шник, то она встанет в цену как Xbox Series S, что не очень-то выгодно. Но, в принципе, мне хватает и жесткого диска, чтобы поиграть там в ту же Forza Horizon. Надо еще понимать, что консоль старая и продается только на БУ рынке, и тут могут быть опасности, так как я уже сказал, высокий ресурс уже израсходован, у жесткого диска он может отвалиться, как у меня вот уже трещит подшипник у вентилятора, и все вот это вот как бы в совокупности может привести к тому, что ваша консоль там через какое-то время может отъехать. Поэтому надо тщательнее выбирать, тщательнее смотреть, проверять. В общем, будьте к этому готовы. Это не очень удобный и приятный процесс для кого-то, но это делать нужно. То же самое касается и геймпадов. Они уже все поюзанные. А еще продавцы на Авито почему-то любят продавать эту консоль без геймпада. Да, это будет дешевле, но без геймпада. В этом, конечно, нет смысла покупать консоль без геймпада. Мне повезло, я нашел консоль с геймпадом. Мне еще дали 4 аккумуляторные батарейки. Геймпад еще оказался рабочий. Но в большинстве объявлений, что я видел, что я искал, везде было написано, что есть какие-то проблемы с геймпадом. К этому тоже надо быть готовым. Это тоже не очень приятно. В общем, все это к одному сходится, что это старая бушная консоль, и процесс покупки будет немножечко осложнен, но зато вы сэкономите много денег, у вас будет приставка, и вы сможете наслаждаться играми. Но тем не менее, если взвесить все за и против, но и если, эта консоль топ за свои деньги. Маленькая, аккуратная, красивая, неплохо работает, обновляется, до сих пор поддерживается Microsoft. Да, это 30 FPS, да, это низкое разрешение, да, это лесенки. Но когда вы сидите перед телевизором на расстоянии 2-2,5 метров, вы это не замечаете и даже очень близко, быстро привыкаете. Если вы берете эту консоль в подарок, например, ребенку, то поверьте, будь мне там лет 10-12, да я бы за эту консоль, наверное, кому-нибудь перегрыз бы что-нибудь. Потому что я был бы очень рад, несмотря на то, что это консоль прошлого поколения. Я помню, в детстве мне подарили PlayStation 1, когда уже вышла PlayStation 2. Я очень был рад, я играл в нее каждый день, это была просто великолепная консоль. Так что, да, можно брать смело для себя, если вы ни разу не играли на консоли, хотите проверить, как вам это, для ребенка в подарок. Какой-нибудь дачный вариант, например, у вас дома стоит основная консоль большая, и на дачу приезжаете вечером, чтобы с собой консоль не возить, взяли вот эту задешево, подключили к своему там телевизору и рубитесь вечерками в какой-нибудь там, не знаю, Fall Guys, Fortnite, World of Tanks, ну, либо другие ваши любимые игры. А что вы думаете про эту консоль и стоит ли вообще на нее обращать внимание? Пишите в комментариях.